Розкажіть, будь ласка, про своє враження, відчуття, що сьогодні пропонуєте огніть? Чи це другий день, так? Другий день, так. Ми тут веселимося, віддихаємо, куражимося, на морі загораємо. На самом деле пишем проекты разные интересные, вот. Работаем в командах, знакомимся с новыми людьми, получаем новый полезный опыт. Мы когда приехали сюда, нас абсолютно разделили, составили команду с незнакомыми людьми, такое, так сказать, креативное мышление включается. А если больше детальнейше, что конкретно? Мы работаем здесь над модернизацией, индустриализацией украинской, украинского образования. Особисто ви якусь модель? Да, мы сейчас стремительно идем к тому, что модель уже сформулируется, мы по частям решаем этот вопрос. Вот, уже по трем, так сказать, пазлам собрали ответы, а завтра у нас будет прям презентация свою, у нас есть еще одна ночь на работу над этим.